Здравствуйте всем! Я Оксана, и жизнь как она есть. Сегодня на улице с утра минус 40, небольшой туман. Такой хороший морозец. Ну, днем будет потеплее, я думаю. Мы сегодня спали как сурки. Вообще. Проснулись в 9. В школу-то суббота не надо. И поэтому все спали. Быстро она соскочила, переоделась и в хатон к Козулиным. Так, ну вообще, у нас вообще прогресс. Банка 1,5-литровая. Вот. Она меня начинает радовать просто. Это вот я сейчас слила молоко. Сколько здесь? Ну, 200 литров точно, наверное, есть. Сейчас я поднялась на второй этаж такой с маленькой ревизией. Ну и сразу покажу наши комнаты и уборку. Да, девочки только проснулись, лохматые до ужаса. О, начали украшать помаленьку. Да, это комната Вики с Ангелиной. Че, пошли, вы сказали, убрались? Да, Даяна? Убрались, правильно, сложили, скидали игрушки просто так. Сюда игрушки запихали просто так. Просто весь шкаф забитый. Ну ладно, ну девчонкам по 7-8 лет. Там игрушки везде, там. Ладно, иди сюда, я кое-что вам принесла. Они не знают, что нам пришло. Печально, что это в маленьком, в одном экземпляре, как говорится. Ну что, идите сюда. Вот такая штука. Кто будет открывать? Я. Я, давай, вскрывай. Давай, я помогу, давай. Давай, я помогу. Это сундучок с секретом. Интересно, как делить будете? Или по очереди. Да, по очереди. Вот видите, какие у меня дети? По очереди. Да, открыть даже мне сложно. Не пугайтесь, уже утро, поэтому я такая лохматая. Ух ты! Это сундучок, который превращается в конюшню для маленькой пони. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Справа. Значит, пони может быть такой. Может быть с волосами, которые вон, они уже начесывают. Ой. Я надеюсь, ругаться не будете. Игрушек у вас достаточно. Вот такая волосатая. Это что у нее? Метла. Метла. Она решила убрать свою? Комнату. Конюшню. Ну, свою комнату вы убираете. Да, она решила убрать. Лана наклеивает там что-то. Картины. Картины. Ничего себе. В конюшне у нее картины. Все. Ну, она поскакала в конюшню. И Кения — это сказочный мир, в котором живут пони, феи с крыльями. Это без крыльев у нас? Да. Эти пони связаны с разными стихиями. Светится ожерелье и звездочка вот эта. Что у нее светится? Ожерелье? Наверное, покажи. Где-то есть ожерелье у нее. Глаза и знак. Да, вот они все по-разному. Сколько их? Вот мы по картинкам посмотрели. Сколько? На этой стороне 6. А сколько всего их? 12.
12 пони всяких разных. Да, можно собрать целую коллекцию, получается. И у каждой пони есть свои свойства. Какие, что они, чем они отличаются? Вы уже посмотрели, разобрались? Некоторые пони, их можно окунать в воду в холодную, ага. И они меняют цвет. А не, у некоторых светятся предметы, там, допустим. Ожерелье. Да. Еще что? Звездочка. И у некоторых появляются такие. А, татушки. Значит, можно разные действия с ними делать. Вот пока я занималась внизу, девчонки разбирались, да, здесь, что можно делать с этими разными понями. В общем, что нам осталось? Нам осталось собрать эту коллекцию? Да. Да? И у нас будет 12 конюшен? Да. И 12 пони? Да. Вам немного будет? Одни пони. Значит, они уже здесь заплели косички, потому что хвост был такой у них пушистый, да? Да. Это получается сундучок с секретом. Конюшня, как она закрывается? А пони куда прячется? Вот сюда. Туда прячется пони. Еще вот куча всяких аксессуаров, да? А если будет другая пони, то что будет? К ней можно одеть одежду от другой пони. От другой? Ты все прочитала, да? Mm-hmm. Деловая. Вот. Как эту в пони зовут? Вы это? Нашли уже? Которая у вас? Юмба. Юмба, где она? Вот она, Юмба. А еще кто есть? Ну-ка, давай. Рассказывайте мне. Нет, по именам. Назови мне. Геля, видишь? Это Стейси. Угу. Она что-то там интересное и одет. Вот Стелла. Стелла. А это... В общем, у каждой пони есть свои способности. И никогда не узнаешь заранее, кто в этом сундучке, кто в этой конюшне. Да? Угу. Это будет сюрпризом. То бишь, когда вы купите, вы только тогда узнаете. Ну, я так думаю, потому что на упаковке не было написано, кто это. А, голова тоже крутится? Да. Вот. В нашем детстве таких игрушек не было. В каждом особенное что-то, и не похожи мы на других. В каждом особый свет сияет, делиться с другом надо им. Когда мы вместе рядом, то ярче он сияет с ним. Не поделать ничего, мы вместе все за одного. Если все мы вместе, то путь звезда нам озарит. И сияет, и блестит. Вот она, вот она. Видишь радугу, вспомни. Только вместе будем мы сиять. Это доброе время. Невозможно у друзей отнять. Видишь радугу, вспомни. Только вместе будем мы сиять. Производитель этой игрушки Simba Toys. Вот эта компания радует наших детей. Обязательно в описании я скину ссылочку, где можно будет приобрести эту замечательную игрушку. Скину ссылку на производителя. И ведь скоро Новый год, и мы в поисках подарков для своих девчонок. Подарки ищем мы, конечно, не только девочкам, но и мальчикам. Но так как эта игрушка у нас для девочек, поэтому я и говорю, что ищем девчонкам. Ну, а машинки у нас были. Маленький обзор. Несколько видео назад.